На должность председателя Минского горосполкома представляется заместитель премьер-министра Республики Беларусь Кухарев Владимир Евгеньевич. Он знающий город, почувствовал и узнал, что такое работать в правительстве. Это тоже опыт хороший. Он будет перенесен в Минский горосполком. Ну, он свой. Для минчан он свой. Для депутатов горсовета он свой человек. Я думаю, что на первых порах придется подключаться, помогать, советовать, если нужно. Но ни в коем случае не мешать.